Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов от компании Lavita, модель 192-312. Поставляется данное зарядное устройство в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция по эксплуатации и также само зарядное устройство. Корпус металлический, сзади у нас в нише прячутся провода, провод подключения питания. Питание подключается 220 вольт и крокодилы для подключения аккумуляторных батарей. Аккумуляторная батарея заряжается от 5 до 190 ампер-часов. Мощность зарядного устройства 180 Вт. На передней панели есть переключатель на 12 и 24 вольта. И также регулируется ток заряда от 0 до 15 ампер-часов. И также шкала заряда аккумулятора. В данном зарядном устройстве используется ряд защит. Защита от неправильного подключения, защита от короткого замыкания и защита от перезаряда. При покупке на данное зарядное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.